Влияет ли оценка депутатов на судьбу барнаульского градоначальника Сергея Дугина? Такой вопрос задают и пытаются на него ответить корреспонденты Политсибру. Именно сегодня депутатам предстоит оценить работу Дугина в 2018 году. Видов оценки две – удовлетворительно и неудовлетворительно. Однако, будем честны, пишут корреспонденты, вероятность того, что, несмотря на ворох проблем, в муниципалитете Дугину будет поставлен неуд, минимальна. Подробности читайте на Политсибру. Чего хотят жильцы сгоревшего дома на проспекте Комсомольском в Барнауле, размышляют корреспонденты информационного портала «Толк». ЧП случилось почти 3 года назад. Деревянная постройка 1940 года сгорела практически полностью. Где сейчас живут люди, где они хотели бы жить, а также что положено им по закону, читайте на «Толке». Уфаскрая вновь устроила голосование по спорному вопросу об этикетках. Производитель йогурта «Вимбельдан» посчитал, что местный производитель молочных продуктов «Барнаульский молочный комбинат» нарушил нормы конкурентного законодательства. Этикетки этих двух производителей очень похожи. УФАС хочет узнать мнение жителей, действительно ли этикетки настолько похожи. Высказать свое мнение и помочь УФАС разобраться в этом вопросе можно до 25 марта на сайте ведомства и его официальной группе ВКонтакте, сообщает московский комсомолец на Алтай. Педагог из Наукограда вошел в число финалистов конкурса «Учитель года Алтая-2019». Это Александр Рукалеев, учитель истории и обществознания школы номер 5, сообщает «Бийский рабочий». Кто из шестерки лучших станет победителем конкурса, будет известно уже сегодня. Сборная России по гребле будет тренироваться в столице края, сообщает «Комсомольская правда» Барнаул. Тренировочный сбор пройдет с 1 по 10 сентября. Главная цель сборов – проверить индивидуальную акклиматизацию кандидатов в сборную страны, которая примет участие в Олимпиаде 2020 в Токио. После 10-дневного сбора на Барнаульском канале гребцы отправятся в Японию. В будущем в планах у команды также провести цикл тренировок на Алтае уже непосредственно перед главным турниром четырехлетия.